Всем привет! Продолжаем прогулки по моему городку, Петербургу, мой Васильевский остров. Четвертая линия, дом 19, архитекторы не установлен. Год постройки 1835, стиль эклектика. Пользуюсь данными сайта City Walls. Доходы дом Евелиан. Доходный дом, первоначально трехэтажный, был возведен на месте деревянных строений и сада в 1835 году по заказу вдовы ювелира Гемелиана. В 1840-е и 1880-е годы дом принадлежал семье полковника Ганкевича. В этот период или позднее был надстроен двумя этажами. В 1840-х здесь снимал квартиру профессор университета Куторга. Это крупный специалист по истории Древней Греции. С 1913 по 1917 здесь жил профессор Бартольд, знаменитый исследователь истории и культуры народов Средней Азии. А вот уже в 20-х здесь жил известный художник Кибрик, в то время еще студент Академии художеств. В 1892-1895 жил архитектор Трамбицкий. Вот так вкратце об этом доме, который находится на четвертой линии Васильевского острова, дом 19. Все, всем пока, всем привет. Немного данных, но тем не менее, вот такие данные есть по этому дому. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.